Ю-ю-ю-ю-ю! Всем привет, друзья! С вами Закупыч и Милана! Привет, Милан! Здрасте! Привет, Валя! Ю-ю-ю! Вот! И вы мне в Телеграме просто заспамили то, что появились новые сквиши в магазине «Красное и белое». Да-да, ребятушки, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там можете писать про все новинки, я их обязательно буду снимать. Стоят они 39,99. Вот, поэтому, если вы принесете 39 рублей, можете купить за 39 рублей наличкой. А с карты у вас снимут 39,99. Называются они моти-моти, мягкие милашки. Слушай, да, раньше что они дешевле стоили. Моти-моти — это еда такая, да? Это печенье. Ну. Рисовые, японские. Вот. Рисовые печенья. А разве моти-моти — это не вот эти штучки из хлеба, из муки? Ну, это печеньки, считай, булочки. Да? Я думал, это булочки. А это печеньки? Короче, мягкие милашки, 12 видов, собери всех сквишей, тяни мне, растягивай, жмякай мне. 24 штуки в коробке написано. Переливается? А где переливается? С той стороны написано. Альттрон. Ну, короче, сделано все это дело в Китае. Переливаются, блестят, тяни. Мотики. А, вот как выглядит моти-моти, ребят. Идеи такие же. Кто пробовал моти-моти, напишите, как вам. Понравились, нет? Держите. Там внутри моти. Итак, начинаем распаковка. Моти мягкие милашки. Слушай, ну выглядит хорошо, да? Какой попадется тебе? Мне кажется, они большие. То есть раньше сквиши были маленькие, они прям большие. Я прям чувствую, что это большое что-то. Просветить, конечно, нельзя. Нифига себе, они крутяцкие, ребята, да они ничего такие, а кто это? А кто это? Это дельфин. Акула? Какой хороший дельфинчик! Какой хороший дельфинчик! Чем пахнет, Милан? Понюхай. Пластиком. Пахнет пластиком, да, кстати. Никакого амортизатора. Вот если покупаете с бобам, они вкусно пахнут, а вот это, ну, ничем таким не пахнет. Милан, ты котик того хочешь? О, да, кто кого хочет. Да. Хочу... Давайте проверим, прилипнет он к столу. Нет, они не прилипают к столу. Я хочу себе котика и крабика. Какой хороший дельфинчик. Да, какой хороший дельфинчик. Там написано было, смотри, кстати, не трескается. Глаза нет, Валерий? Нет, он вообще не трескается. Слушай, качество намного лучше. Единственное, знаете, что мне нравится? Это похоже, как будто бы это ты в логово охотника зашел. То есть, как будто бы голова дельфина висит на стене. Вот так это выглядит. Ну, согласитесь. О. О, ну давайте дальше. Не, коллекция топчик. Беру свой слой. Вау, какой он офигенский вообще. Просто милота, серьезно. Он вообще офигенский. Что выбирать? Что выбирать? Ты его заберешь? Да. Тебе он понравился? Да. Мы вот просто сейчас делим добычу, кого заберу себе я, кого Валя себе, кого Милана. Ты сидишь в офисе, у тебя рабочий стол, у тебя... Смотри, фокус-фокус, я Человек-паук. Вот. А-а-а! Помогите! Я человек... Он прилип, он реально липкий. Отпустите меня! Слушай, он вкусно пахнет. Ну, понюхай. Я пластиком. Тоже пластиком, он как-то повкуснее пахнет. Я всегда пластик. Да, он прилип. Смотрите, он прилипает реально. Реально прикольно. Вот это вообще топчик. И переливается очень круто. Реально самый топовый сквиш. На рабочий стол. Заяц. Вау, какой хороший. Какой хороший заяц. Какой хороший заяц. Я с котиком еще не делал. Какой хороший котик. Слушай. Это зайчик какой-то, это... Какой-то цвет фуксия? Фуксия. Смотрите, меня жрет заяц, отпусти меня. Заяц. О, все, заяц отлип. Слушай, ну зайчик такой, знаете, ушки сложил, как будто он притаился в траве, знаете, спрятался от охотников. Это выглядит так. Вау, это реально топовая коллекция. Спасибо подписчикам, что написали. Вообще, это одна из лучших коллекций, которые я только видел. Медведь. Какой хороший медведь! Какой хороший медведь! Ой-ой-ой! Какой хороший медведь! Сейчас я покажу Смошу. Смоша! Он испугался, что его хотят также покупсить. Какой хороший Смоша! Он отвернулся, типа, я в окопе, все. Меня не видно, он говорит. Я там. Так.
Ну, медведь как медведь, слушайте, он без блесток, это самый обычный, хотя он желтого цвета, он напоминает, знаете, был такой мультик про медведей. Там был желтый медведь, белый. Ну, там семья медведей были разного цвета. Винни-Пух. Ну, вообще он похож на Винни-Пуха, но нет, я имел в виду другой мультик. Медведь! Не, медведь, кстати, не хочет прилипать. Да, Милан, давай. Ты будешь, короче, проверять вот так. Повторка! Слушай, второй котик мне, чур. А я? Ты два котика себе берешь? Не, я себе беру кота и... Повторка, дельфин! Слушайте, единственное это, не перепутайте и не ешьте их. Не знаю, такое ощущение, что это мармелад, хочется съесть прямо. Какой хороший дельфин! Кстати, есть такие эти... Маршмеллоу? Пирожные. А, да, помните, мы покупали раньше пирожные в виде этих... Да, вот таких. В виде вот таких штук. Они, кстати, не, мне тоже не нравились. Другие? Да. Я помню, именно головы были такие. Которые шатаются на тарелке. Это кто это? Это усатая хаски? Кто это? Это собака? Медведь. Это медведь. А почему у него здесь какие-то этот белые эти под носом? Что это такое? Его вторые глаза. Какой хороший второй глаз! Какой хороший второй глаз! Кстати, это смоки. Вот, смоки. Я смоки! А дайте я сделаю смокина. Какой хороший котик! Какой хороший котик! Я буду его тоже потискать. Слушайте, ну, кстати, нормально. А он не трескается? Вполне себе все хорошо. Единственное, я переживаю, что мы так мало их купили. Надо было их покупать больше. Я все забрала. Вау, вот белый зайчик какой! Какой! Какой хороший зайчик! Какой хороший зайчик! За кучу ключей наелся доволен. Да, а, кстати, ребята, я это видео снимаю, когда Христос воскрес. А ведь, кстати, всю неделю надо говорить, да? Да, положено. Так что, ребятки, Христос воскрес! Вот, пишите в комментариях. Пишите в комментариях ответ. Кстати, некоторые пишут «Христос воистину воскрес», а кто-то говорит типа «воистину воскресе». Вот если вам говорят «Христос воскресе», вы отвечаете «воистину воскресе». А если человек говорит, ну, на новом русском языке, то есть по-старо, ну, на старом славянском «Христос воскресе», «воистину воскресе». Если вам говорят «Христос воскрес», вы отвечаете «воистину воскрес», ну, без воскресе. Вот, ну, это по этикету так. Ну, это я так придумал. Возможно, я не прав. Короче, заяц классный. О. Слушайте, это можно использовать, мне кажется, как шапка для... У нас нет никаких пупсиков? Во! У нас есть пупсик? Вот так можно. Да, я понял. А пупсиков нет никаких лысых у нас пупсиков под рукой? Пупсиков. Можно было на голову одеть, прям попробовать. Ну, по размеру подходящего. Открываем дальше. Вау! Вау! Это же... Это самая утиная история. Это Поночка. Нам попадается Поночка. А это, случайно, не те игрушки с утятами из других персонажей? Может быть. Иди Джокер и так далее. Нет, это Поночка. О! Ой, пупсик. Мяу! Какая хорошая Поночка. Хорошая Поночка. Я тебе говорю, тебе срочно рабочий стол. Пришел с совещания. И пожалуйста. Сейчас у нас Поночка. Это, знаете, это жил-был пупсик. И потом он, короче, плавал, этот самый, занимался дайвингом и нашел маску под водой. И такой, и однажды ночью он проснулся и такой: эта маска манит меня, я хочу ее примерить себе на лицо. И она такая. Короче, вы видели в Инстаграме вот таких этих девушек с вот такими губами? Я нашел. Да я понял, как они это делают. Maybe. О. Слушай, может, ты правда заставку поставить? Скриши из КБ. Это нормас. Так, ну а для тебя, друг, у меня есть спецзадание. Нужно шапочку примерить. Не, она не прилипает. Может, кошка прилипнет? О! О, рога, кошачьи рога. Тихо-тихо. Номерок блатной 3-7. Слушай, нормально. Это знаешь, когда ты вышел, это когда твой батя ушел в магазин за хлебом. Нет, это похоже, как вот эти, знаете, кандибоберы, женщины вот эти за 50 носят. Вот, это шапка, это шапка.
Представьте, что это девушка за 60, и вот она вышла в магазин с такой шапочкой. Здравствуйте, милочка, мне, пожалуйста, вот этот хлебушек и вот эту вот сгущеночку и конфеты барбариски, пожалуйста. Ля-ля, вызывай психолога. Ля-ля-ля! Отстань! Не, нормас. Что, у нас осталось только два этих? Да. Мы все коллекцию не сверем. Вау, какой красивый. Знаете, что я хочу сказать? Да, не, я твой родственник. Знаешь, что это такое? Твой брат? Как-то... Нет, чертовски хороший у тебя брат. А, твой брат чертовски хороший. Чертовски. Мы сегодня такой праздник, мы такие слова говорим. Все, нельзя. Все, плохие слова выкинули. Так, медведь. Какой хороший медведь. А еще вот сейчас откроемся, вам надо попробовать здесь башенку сделать. Как башенку? А, точно, как цум-цум. Вот так. Чай нормально, нормально, слушайте, получается. О! Да получается, кстати, реально можно в это поиграть. Во! Это супер редкий, смотрите! Я подумал, что это мармеладка, я хотел его прям закинуть в ротик. Нет, он упал! Слушай, прилипли она? Сова прилипает. Опа. Опа. Не знаю, не знаю. Мне нравится, как... Мне, кстати, нравится, как пахнет. Она похожа, знаете, как вот это... Как из мармелада конфета какая-то. Ну, реально классно смотрится. Да, понюхай. Не, так вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Мне он говорит, что пластик. Ну, он вредничает. Мне нравится. Не, я реально пластик чувствую. Вот. Короче, сейчас вам расскажу одну историю. Когда город засыпает, просыпается супергерой. Ночной охранник города. И это Совунья! А, куклы в масках, точно. Я выставлю их на Авито, скажу, вот так. Валь, вот такую фотку сделаешь на Авито, вот так. Куклы в масках, 5000. Короче, у тебя будет два объявления. Одно объявление вот такое, второе объявление вот такое, вот. Как кукла в масках. Не-не-не, а с котом, видишь, они как шапки больше, видишь, так непонятно, что это такое. Не, просто есть, видите, где лицо смотрит на тебя, а есть где... Что это такое? Это новый покемон. Это новый покемон, смотрите. Цум-цум. Что это так? А как он плавает? Вот так? Представляете, вы на пляже и видите, вот такой этот плывет у вас там под водой. Такой двойной этот. Это мяут. Слушай, это прям мячик получается. Ну-ка. Все. Прошло 2 часа, как видите, Денис снимает. Это вообще крутяк. Ребят, это реально самое... Самые лучшие антистрессы, которые только были, серьезно. Так, а где еще такой? О, зайцы. Можно зайцев воссоединить. Два брата-акробата. Не, зайцы разные, кстати. О, мотя-мотя получилось. Ня-ня. Ня-ня. Слушайте, я думал, да, это видео быстро сниму, но нет. У меня прям... Ого, ничего себе, зайцы крутятся. Вы видели, как они крутят брейкданс? Ничего себе. Сейчас будем вынимать еще 6 зайцев. Так. О, делаем супер эти. Котики. Супер котики. Слушай, супер котики выглядят тоже зачетно. Ну, вообще идеально. Так, получается, у нас нет пары только у зеленого медведя. Потому что здесь мы всех пар нашли. Медведь и... Это ж котик тоже, по-моему. Непонятно, кто это. Ого! Ничего себе! Ого! А почему он так прыгает? Смотрите, вот этот вот так прыгает. Здесь ты открыл их суперсилу. Нет. Так. А, именно, короче, те, где блестки, они липнут. Видите? Он прилипает. Те, которые без блесток, они пружинят. Видите, как пружинят? Вот этот прилипнет сейчас. Вот. Вот этот сейчас прилипнет с этой стороны, а с этой стороны должен прыгнуть. О! А этот будет прыгать. Да. Нет!
Слушай, это вообще офигенно. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал. Коллекция топчик, всем советую. Вообще, это просто хит. Это просто хитяра. За 40 рублей реально это круто. Только у меня уже он кто-то... Кто-то уже это... Что-то скинул. Потому что зайчик маленький родился. Я родился. Все, все, всем пока.